Дима, здравствуй, дорогой. Здравствуй, дорогой. Вот ты сегодня играешь, да, в клубе Герц? Да. Я вот что хотел спросить, блин. У тебя сегодня заканчивается вроде как бы это, твой укол от бешенства, да? Да. У тебя вот тут несчастье с тобой произошло, крыса тебя. Счастье. Счастье, да. Да, можно даже назвать, что это счастье, блядь. Тебя укусила крыса, поэтому ты буквально практически целый год не пил. 9. Вот есть один такой момент, вот ты хочешь, короче, не сейчас вот, да, начать пить, а только вот на сцене, прикинь, тебя на сцене перекроет. После вот что ты будешь делать? Блядь, вот охота была, чтобы ты на сцене начал пить, вдруг тебя перекроет. Боржака будет, блин, да? Такого хуя увидишь. Ну, вы хотите. Ну, почему нет? Вот у нас Владислав Валерьевич все вытянет же, да, на гитарке, блин. А ты думаешь, поможет человек, блин. Охота было бы увидеть. Думаешь, вот видишь, с Витором Боза был же подобный случай. Вот когда выступала группа «Мастер» на песне «Воля и разум», его эпилептический припадок стеганул, короче. Это он фанат большой этой песни. Он там катался по полу, там, а все орали: «Смотрите, как он протестует!» Фанатки Битлз тоже. Да, со сцены там ему кричали: «Спасибо, Витор Эмбоза!» Только потом въехали, что ему уже все, Алис приходит, он кричит: «Где моя голова?» Короче, вообще было лихо. Это его любимая композиция. «Воля и разум». Да, отъехал под нее. В экстазе забился. Там. У нас тоже есть такие композиции, но пока еще нет слушателей таких ярых. Было бы лихо, если бы ты исполнял бы, там крышка захлопнулась там и как раз стакан стянул. И погнал бы там крутиться на голове, а мы бы все орали бы: «Смотрите, он протестует». Панк — это музыка протеста. Да ладно, нормально, это шутки. Ну, а вот этот вот ящик с мороженым, это ты с собой принес, блин, мне? Ну да. Раздавать будете? Мороженое будете раздавать? Мороженого, а сказали, что, блядь, сегодня не будет мороженого. Давайте мы посмотрим, что вы там. Можно купить и мороженым закусывать, это же... Нету здесь ничего, нет мороженого сегодня. Скажите, вот правда, Дима, вы посыкиваете прямо на сцене начать лудить луду? Посыкиваю. Почему? А вдруг я не допою? Человек ответственный. Не допоет. Не допоет. Понимаешь, когда вот трезвый человек, у него пробуждается чувство ответственности за свои поступки. И недоделанные дела останутся. Это... Да ладно, глаза твои бесстыжие. Кому ты тут лечишь? Ты весь аж в предвкушении, когда ты наебенишься, блядь. Я же знаю. Вот. Да, Дима, да? Ты оттягиваешь, да, это событие? Да. Как могу. Кстати, я мог еще, блядь, 2 дня назад уже начинать. Ты знаешь, что вот я сюда шел в клуб в Герц, этот, да, с человеком, который вот шел сюда только для того, чтобы он меня прям сразу спросил: «Я слышал, здесь наливаюсь». Короче, типа, блядь. Ну, видишь, все-таки маркетинговый ход сработал. Да, говорит, я, говорит, с 5 августа с улицы пешком иду сюда. Ты понял? Вот видишь, вот так, блядь, люди ждут, когда ты начнешь разливать прям со сцены. Вот так вот зарабатываем мы фанатов себе. Наливаем. Разливного хоть обещаниями предвыборными всякими, блядь. Манипулируем электоратом. Ладно, Дим, удачного тебе выступления. Сделаем. Сделаешь, да. Смотри, смотри. Жду перекрытия твоего. Хочу увидеть протест нереальной крутизны. Я не могу, 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 я не
Thank you.
Остается нам выстрел в дверь.